Внушительная тут стража.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин.
Покажи, что там впереди. Сюнин, укажи путь.
поездом. От ожидания. Когда же он придет? Богу совершенно плевать на твою любовь. Как насчет серебра? Я готова щедро вознаградить тебя за веру в настоящую любовь. Тебе не вовлечь меня в свою затею, ведьма. Я кое-что знаю о любви. Правда? Или слышишь звон моего серебра? А это важно? Нет. Ведь теперь даже детишки здесь называют меня старой девой. И ведьмой. Так тебе нужна защита от детишек? Хватит презрения. Мы с возлюбленным обвенчались в тайне. Но его отец против нашего союза. Ты похитишь мою любовь у всех на виду. Его дом недалеко, среди красных цветов. Постой-ка, похищу? У моего возлюбленного рыжие волосы. И не убей его отца. Негоже портить праздник. Приготовлю ему курицу или похлебку. Что лучше? Дом среди красных цветов. Верно, ее возлюбленный там. Я от твоей возлюбленной. А ты кто? Да, продолжай. Нам нужно обмануть твоего отца. Стой! Что? О чем ты? Я ужасный Эйвор. Похищу твоих сыновей. Храни нас, святые! Язычники пришли под... Ты падешь под моим натиском! Храни нас, святые! Язычники пришли по нашей души! Что происходит? Оставь меня! Ты падешь под моим натиском! Молодец. Продолжай. Прошу. Нет. Молодец. Продолжай. Это он.
Прошу, аккуратно положи его. Кто ты? Что происходит? Тише, любимый. Все хорошо. Стой, так он любит тебя? Или нет? Полюбит. Я следила за ним много месяцев. Он почувствует пламя моей любви. Благодаря тебе. Ты следила за мной? Это так... Странно и подозрительно. Романтично. Ты зашла так далеко ради меня? Это будет в моей душе интересное желание. Благодарю. Возьми награду и оставь нас. Что ж, милый, спаши мое поле. Оно заждалось тебя. Здесь мне точно не рады. Yeah.
ее! Мы победим! Проклятый колокол сломан! Oh!
Вы молитесь тут? Нам нужно победить тварь в той пещере. Дьявола в людском обличии, что повелевает зверьем. Мы не раз видели, как он кормит диких зверей, говорит с ними. Ему послушны даже волки. Точно? Вы, христиане, приписываете дьяволу все, чего не понимаете. Птицы в этом лесу беспокойны и нападают на всех. Вчера лиса схватила дитя в колыбели. Не сомневайся, в той пещере сам козлоногий. Если он не выйдет сам, мы пойдем биться до конца. Condemnabitur inconvenientes casiamenta sunt mihi. Pono autem. Тор дал мне сил. Будь осторожней! Кто живет здесь, человек или зверь? Ты живешь с медведем. Неужто монахи были правы? Я дружу со зверями. Слышу их, они меня. Этого ранили, хотят ранить меня. Ты приказывал зверям напасть на людей? На тех, кто обидел моих друзей. Но детей я не трогал. Ты лишь защищал тех, кого любишь. Позаботься о своем друге. А я проучу этих монахов. Не убивай! Не хочу! Напугай их! Помнишь, они боятся зверей! Убил дьявола? Или он искусил тебя?
Verbum autem Dei quod est multis sermonibus, et parum habent significatione. Solum modo in paradisum. Pax eterna est una via ad em... Adheret lumbare ad furore de hominibus quasi sternus super rudit a scabra cruz. Не знаю, правду ли о тебе говорят, но я избавился от тех, кто мучил тебя. Я сразил всех, кто тебя ждал. Кровь за кровь. Придут другие. Так еще хуже. Мы с Эуин уйдем отсюда. Я сделал все, что мог. Прощай и удачи. Эту тварь! Что это за жуткий звук? Моя кожа была бледнее тумана. Роса в волосах, в глазах укоризна. Но ты была так прекрасна.
Прошу, любовь моя, прости. Я не могу есть, не могу спать. С кем ты говоришь? Здесь никого нет. Мы теперь вместе, родная. Ты всегда со мной. Шепчешь мне на ухо, будто легкий ветерок. Откуда доносятся эти завывания? Будто сами стены рыдают от горя. Что-то с этим человеком нечисто. Бледнее тумана. Роса. Ты! Ты дохнул на нити, и они порвались. Ее нет. Прах и кости. Прах и кости. Твоя совесть нечиста. Она воняет сильнее гниющей плоти. Нет. Что ты наделал? Ее плач и крики совсем стихи. Слышу. Он убил возлюбленную. Значит, совесть свела его с ума.
Покажи мне все. Буду осторожнее. Шутите, каменные воины. Прыгайте туда-сюда, как птички малые. Что тебя так тревожит? Прошу, дай мне ответ. Сколько их здесь? Я должен знать. Сколько кого? Камней. Я пытаюсь сосчитать, но ответ всякий раз другой. 20, потом 21. Феи решили свести меня с ума. Камни сами не двигаются. Сосчитаю. Бегай, прыгай, играй, кружись. Вот только смотри, не извозись. Как так? 25, потом 26. Приходит, уходит, и рассудок мой с ними.
Рядом ловушка. Я посчитал все твои камни. И? Сколько же лордов и леди вышли поплясать? Двадцать один, я совершенно уверен. Видишь, то больше, то меньше. Молю, посчитай их еще раз, спаси мой разум. Ответ и правда каждый раз другой. То больше их, то меньше их. Водят, крутят, путают. Теперь 21, не пойму. Видишь, то больше, то меньше. Молю, посчитай. Проклятье. Смотри его. Не понимаю, что случилось. И тебя закон... Это что за толстый безногий кролик выполз из тьмы? Я тебя вижу, не спрячешься, дьяволенок. 27, 21, 20... Я не знаю, как помочь. Камни сами собой то появляются, то исчезают. Уходи отсюда. Беги, беги, пока можешь. Это Скрюмер шутит? Решил заколдовать Англию? Тот камень был там раньше? И где мой безумный друг? Будь проклято это место!